Минск и Москва сверяют часы. Премьер-министры Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев на встрече в Москве обсудят вопросы российско-белорусского сотрудничества. Ожидается, что акцент будет сделан на развитии экономических связей и взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза. В Минске сегодня состоятся проводы белорусской спортивной делегации на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. На стартах четырехлетия нашу страну будут представлять 144 атлета в 25 видах спорта. Церемония торжественных проводов пройдет в зале Олимпийской славы Национального олимпийского комитета Беларуси. Здесь состоятся выборы капитана и знаменосца нашей сборной. Сегодня же олимпийцы возложат цветы к вечному огню на площади Победы. Первая группа белорусских атлетов отправится в Рио-де-Жанейро 23 июля. Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа. На соревнованиях будут разыграны 306 комплектов медалей. В Беларуси объявлен очередной оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, практически повсеместно пройдут кратковременные дожди, возможен град и шквалистый ветер, и это на фоне жары. В отдельных районах столбики термометров поднимутся до плюс 34. За минувшие сутки непогода обесточила около 300 населенных пунктов. Большинство аварий удалось ликвидировать за ночь. К этому времени без света остается около 30 малонаселенных пунктов. Восстановительные работы продолжаются. Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.